Доброго времени суток, народ! С вами, как обычно, Джесс, и мы продолжаем проходить Hollow Knight. Но я решил начать отсюда, попробовать вот таким вот образом пересечь мост, но мне никто не даст, конечно. Ладно. Значит так. Нет. Ладно, еще раз попробуем. О, кстати. Я не уверен, что это хорошее дело. Я сейчас делаю, но... Почему бы нет? Давайте еще раз попробуем пересечь. О! Мост. Так. Сохранимся. И что нового не скажешь? Нет, ничего ты нового мне не скажешь. Ладно. В общем и целом, давайте я вам покажу. Мы игру-то почти прошли, на самом деле, к сожалению. Я очень... Так, горб. Я есть горб, горб. Знание всего мира. Вот видите, у нас, в принципе, все открыто. То есть вот... В глубинное гнездо мы еще не прошли практически. То есть мы начали его проходить, и все. А грибные пустоши, все просто и примитивно. А город слез тоже мы начали, но не закончили. Перепутье у нас уже вдоль и поперек исследовано. Хотя вот там тоже, вот как видите, есть спуск внизу, который мы еще не проходили. И кристальный курган, ну, аналогично. А, вот, я полагаю, что нам надо сейчас... Ой, я даже не знаю, что нам сейчас надо. Нам, наверное, надо попробовать еще и еще через мост перепрыгнуть в пару раз. Меня смущает, что вроде как там расчет на это есть, но при этом как будто его там нет. То есть мы вот упираемся с вами, сейчас покажу. А! Ну вот, да, что-то типа того, то есть. Так, хорошо. Давайте в таком случае, раз у меня не получается ни в какую туда перепрыгнуть, мы с вами пойдем в грибные пустоши, давайте. У нас же там вокзал королевы, правильно, в них. Нет. Да, вроде бы. Деревня Богомола. Я не помню, как я в грибы переходил. Ну ладно, давайте на вокзал королевы. Сейчас. Да, с вокзала королевы мы, значит, возьмем вот то дерево, душу очередную. В общем, будем собирать... сущности активно, максимально активно, да, хорош ты. О, ку-ку. потому что нам это нужно. Я считаю. Да, пошли. Вокзал королева. Мы потом попробуем поменять сразу все, что мы надыбали у этого странного персонажа, который там. Сейчас. Не хочу возвращаться аж с города сюда, в случае чего. Эти самые случаи чего слишком часто у нас возникают, чтобы их не учитывать. Где-то эта фигня со вкусняшками. Давайте попробуем ее найти. Здесь? Нет, да, здесь. Кейс, здорово. Это место раньше было довольно оживленным, но оно уже находится на посещении двух земель, там на крае с одной стороны, и те грибные пустоши с другой. Кажется, что они там... А, ни там, ни сям, не рад гостям, поэтому... Ага, я понял. Здрынный жучара. Так, вывел королевы... Где были вот эти вот споры, медузы? Вот это вот вся ересь. Ну ладно.
Еще не все. Нет, никакого банка. Мне не нужен банк. Что мне реально нужно, так это, возможно, еще удлинение моего гвоздя купить. Амулет. И тогда... Тихо. Ноп. Оу, близко. Я вспомнил, почему мне нравилась эта локация. А, и тогда мы будем вообще с какого-то лютого расстояния крашить все подряд. Возможно. Возможно, и не будем. Так, смотрим, что здесь. Наверху, а это пузырь был. Ну, плыть мы тут явно не, а как это отменить? Никак, я понял. Плыть мы тут явно не сможем пока что. Больше делать там нечего пока. Ладно, попробуем найти Корнифера. Я помню, что он здесь был. Клевые большие медузы. Прямой наводкой. Вокзал королевы, говорите. Воу, они еще и корректируются, ни хрена себе, они нету. Не слишком ли круто? Я как-то не ожидал немножко, что они такие подлые. Вот. Так, Но, скорее всего, я на самом деле немножко тороплюсь. И мне сейчас нужно не туда. Мне сначала нужно собрать всякие штуковины, а потом уже... Ну, всякие штуковины. Сущность. Сущность надо собрать сначала, а потом уже... Ну да, видите, я не могу. Потом уже сюда идти. Здесь наверняка один из древних. Ну, или как там... Хранители печати, короче говоря. А, поэтому пойдемте обратно на вокзал. Я немножко поторопился. Блять. Бум! За что я был наказан потерей времени. Некоторой. Но с другой стороны, теперь мы точно знаем, что нам нужно делать, и это тоже хра. А там этот банк, я понял. Нет, извините, банк меня не интересует. Все свое ношу с собой. Какой еще королевы? Блин, это удлинение гвоздя на самом деле такое крутое. Куда мне надо? Вниз направо. Некоторое время думал, как ближе. Очевидно, ближе действительно направо. Я даже не знаю, по идее, по-хорошему, мне нужно устроить грибам геноцид. Прям вот перебить всех, кого найду. По максимуму, чтобы... Сторговаться с нашим другом охотником. Он наверняка что-нибудь предложит хорошее. Ну или во всяком случае много набить. Ой, я хотел гусеничком зайти и забыл. Воу-воу.
то что тут, блять? Сука. Так, сюда зачем лезу? Ага, за дерево. Я чувствую, сейчас сбор здесь мне тоже попортит нервов. Сейчас сначала вырублю весь этот звук. Весь, который смогу вырубить, во всяком случае, быстро. Вот, стало тихо. Теперь давайте дерево коцать. Сначала сходим в тупик. Хорошо, в тупике собрали. Так, а где у нас тут персонаж сидел, кстати говоря, который нам предлагал улучшение нашего гвоздя грез? Ладно, это было проще, чем я предполагал. Гордые воины, скрепленные честью. Богомолы. Сюда? Вот сюда. Так, а тут я не могу пройти, потому что у меня нет даблджампа. Ну да. Именно так. Блин, забыл, что тут уже все ясности. Какой-то я беспечный сильно. Ладно, деревья мы растим. Это хорошо. И для деревьев, и для нас. Особенно хорошо для нас, потому что нам это прям будет... Ладно, так. Давайте посмотрим. Значит, первый стоил 20... Ой, 20... 100. Второй 200 или 300. Сколько там эта штука выставила цену? То есть, по идее. Не знаю, что по идее. Не знаю, что это положить. Так, наверх. И там аккуратно наверх. Я тут, когда смотрел записки охотника, обратил внимание, что вот эти вот богомолы, которые летающие, там молоть, короче говоря. Такие дела. А взрослые уже летать не умеют. Блин, фух, чё я так стараюсь не упасть, если тут... Гео. Не могу отказаться от Гео. Мой персональный наркотик, ежевички. Так, тут у нас... Нет, далеко мы не улетим. Сюда? Сюда. Слышь ты! Постой, дитя, зачем ты явился сюда? Ты пришел, чтобы обуздать эти дикие разрушенные земли? Многие хотели очистить это место, но все, кто приходил, в итоге канули в лету. Да, все эти дикие жуки, что носятся под нами, они были подобны тебе, но теперь же стали чудовищами. Бойся грезить о славе, дитя, уходи, никогда не возвращайся. Thank you.
Легкая атака, на самом деле. Только я, блин, умудрился получить удар. В ней! А, все. Много ошибок. Оп! Блять, не выскочил. Ладно, хорошо. Сейчас вернемся. Вы себе не представляете, из какой жопы мне пришлось сюда бежать. Это просто ужас. Давай сразимся. В смысле нет? Блять, я опять прям взлетел туда. Успел. Какой же он жесткий. А! Не кажется ли, плотность растет? Блять, залетел. Хорошо. Так вот полечиться и мне нечем было. Блин, не выскочил. Успел. Видно, получил удар. Нет, два все-таки рискованно. Блять. Один. Блин, просрал возможность похилиться, ну ладно. Бля, плохой тайминг ей. Но это уже было близко. Сейчас вернемся. Так. Уходи, никогда не возвращайся. Вот еще. Хорошо. Просто нужны нифиговые тайминги, я поэтому молчу большую часть боя. И никакой вразумительной информации не выдаю, хотя на самом деле, конечно. Бля, он. Бля, да иди ты в жопу с этой тройной атакой. Он решил это юзать столько, сколько может вообще. Я не то чтобы против. Для меня это возможность полечиться. Блин, почему? А-а-а! Давай тройную. Ой, блин, не тройную, я не то. Он сделал то, что я попросил, но я попросил не то. Сука. Ты воин жесткий. Жестче, чем предыдущий, точно.
Того все-таки очень незамысловатая была атака, единственная. Все, что он делал, это немножечко поднимал интенсивность, скажем так. Бляха. Ну, когда телепортируется, я автоматически начинаю готовиться доджить эти. Тук-тук. Если он телепортируется куда-то за пределы моей видимости. А это ошибка. Блин, а они реально чаще становятся? Так, хорошо. Я сейчас очень нифиговую такую серию атак ему в лицо навалял. Спокойно. Чаржился неудачно. Хорошо. Блять, опять. Я очень много ошибаюсь на самом деле. То ли с таймингом что-то не так у меня, то ли просто, не знаю, бляха. Задрал. Ну ладно, у меня фулл хп. Блин. Почти увернулся от тройки. Первый раз. Успел. А, тихо. Заебал. Боющая херня давила на мозги. Этот просто нелепый был, который стрелами кидался. Ну, тоже неплохо. Но этот, блин, он просто сложный. Он сложный и все тут. У него очень неприятные атаки. Ну, в него-то, может, не надо тыкаться. Блять. Я уже побежал куда-то доджить. Блин, три. Врезался. Хорошо. Хилился я очень качественно. Зато в остальном качестве не наблюдается. Тихо. Я рискую, я очень сильно рискую на самом деле. Каждый раз, когда, блин, два раза хилюсь. Или что тебе? Ну. Там, кстати, было сейчас маловероятно, чтобы я... чтобы я не получил дамага. Так что даже хорошо, что я остался хилиться. Блин, до упора. Да сука, что ж ты... Вот сейчас-то уже плохо становится.
Блин, ты не мог бы перестать, а? Мне нужно перестать у него лицом биться. Это давай, давай. Есть. Иди вон. Мой разум, теперь все ясно. Мы что, спали, дитя? Ага, я помню, те гордые лорды, были ли они и вправду чудовищами? Сейчас я помню их глаза, ясные и чистые, но почему тогда я их боялся? Если в деревне накалялось бешенство, то это я его и занес. Они правильно сделали, что изгнали меня. А потом я напал, и у них было полное право. У них было полное право убить. Убить меня? Так, ну тут все. Мы помним старейшину. Хорошо, в этой локации нам больше нечего ловить. Город слез. Ага, есть дерево, как минимум. Пойдемте. Ну и вообще, город слез мы не доисследовали же, правильно? Я двигаюсь? Да, я двигаюсь. Ах, класс. Так, аккуратно. О, об этих запись появилась, отлично. Так, тут у нас были какие-то нелады с Хорнет. Я на каждый... Нет, не на каждый. Я вообще тут только вокзалом могу попасть теперь. Вокзал королевы, наверное, сравнительно далеко. Так. Все нормально. Тихо, тихо, тихо. Да. Ага, и об этих запись есть. Вон отсюда. Хорошо, давайте пройдем быстренько до вокзала. И от вокзала также быстренько пройдем. Стоп, а тут что вообще? Я там был, короче говоря. Я понял. Я вспомнил это мерзкое место. Быстрый фокус это, в общем-то, неплохо, по-моему. Будешь быстрее хилиться в бою. Но не знаю. У меня сейчас все, в принципе, идеально. Я уж точно не хочу от длины гвоздя отказываться, потому что она топовая, и я уж точно не хочу... Так, вокзал королева. И я уж точно не хочу снимать рой или компас, потому что они мне дают свободу. Без компаса я вообще хер куда доберусь. Давайте уж будем откровенными с самим собой. Ну, вы поняли. Так, скамеечка. Поехали, дружище. Вокзал, городские склады, видимо. В миске печально тает мороженка. Давайте послушаем. Я хорошо помню этот вокзал. Частенько тут бывал. Сюда привозили товары со всего королевства.
Хотя мало что отправлялось назад. Хорошо. Так, скамья. Идеально. Ну и дерево где-то условно под нами. Эту локацию вообще не помню. Блин. Что это? Черти. Фу. Огромные слады. Слады. Русский язык, мой язык. Вот и дерево. Это дерево попахивает жутким геморроем. Да. Это же здесь вот надо по всему вот этому вот пропрыгать. О, привет. Капец, ты какой громкий. Сонастроенность. Ачивка получена. Давайте стражники без этого, а? Мне без вас тут не особо уютно. Ага, это по-любому получается. А, нет, не по-любому, кстати говоря, я мог без урона это сделать. Зависнуть на стене и оттуда ускориться. Чардж сделать. А, да что ж ты будешь делать? Мне тут, кстати говоря, еще нарекламировали Ori and the Blind Forest. Сильно нарекламировали причем. Дескать, ты любитель боли? Must have. Ну, я думаю, что немножко много два платформера подряд будет. Я потом займусь обязательно. Обещали много. Душ в услужение. Душа обманута. Жаль. Так, ну и зашибись концовка. Я думаю, на этом мы с вами пока что остановимся. Потому что времени уже много. Пора бы честь знать. Дальше мы с городом слез продолжим, потому что здесь наверняка есть еще чья-нибудь могила. Давайте мы вот так вот до скамейки ускоримся. Вот. Ну и, как я уже и говорил, отлично. Игра потихонечку подходит к своему логическому завершению, видимо. Что немножко печально. Что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, я всему всегда очень рад. Тыкните на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всего хорошо, пока.